На счет три. Раз, два, три. Оп! В залинейной части города открытие участкового пункта полиции жители ждали с нетерпением. Добираться до второго городского отдела, где раньше вели прием участковые уполномоченные, очень неудобно. Пешком не дойти. Прямого маршрута у транспорта нет. Теперь хранители общественного порядка будут работать в шаговой доступности. Абсолютно уверен, что работа участкового пункта милиции повысит уровень безопасности, и люди будут очень благодарны нам, кто предоставил это помещение, кто сделал ремонт очень хороший, вы сейчас, Владимир Анатольевич, убедитесь, и будут благодарны нашему управлению внутренних дел, непосредственно Василию Васильевичу, руководителю, при вашей поддержке, потому что здание без людей, без полицейских, это просто здание. Ну, мы ждали, что здесь будет открытие, мы очень хотели этого. Теперь будет здесь сидеть полицейский, который будет охранять наше спокойствие. Мы будем спать спокойно. Острая потребность в открытии подобного пункта назревала уже давно. Велись поиски подходящего помещения. В советские времена на первом этаже этого здания было ателье. Потом работал клуб юного техника, а после здесь жили работники совхоза. Теперь администрация распорядилась отдать помещение площадью 103 квадратных метра сотрудникам полиции. На настоящий момент самое оптимальное помещение, которое есть, расположено в поселке, все как раз для граждан. Компьютер есть, оргтехника есть. Только сотрудники тоже есть. То есть сотрудники всем необходимы для работы обеспечены уже? Да, сотрудники уже готовы. Непосредственно сегодня уже вторник, сегодня уже будет первый у них день приема. Отремонтированные кабинеты оборудованы всем необходимым. Есть кухня, санузел, комната ожидания для граждан. В ближайшем будущем установят видеонаблюдение. Согласно графику, здесь будут вести прием 4 участковых уполномоченных, 1 инспектор по делам несовершеннолетних и 1 оперуполномоченный. Обстановка на данной территории, она хоть и под контролем, но тем не менее, за прошлый год у нас было привлечено по данной территории 120 граждан к административной ответственности, совершено 104 преступления, 48% из них против личности, и остальные были имущественные преступления. По мнению стражей порядка, открытие участкового пункта полиции в залинейной части города значительно улучшит криминогенную обстановку на данной территории и облегчит жизнь людям. А для наиболее оперативной работы полицейских администрация подарила новый служебный автомобиль. Ирина Зинченко, Александр Винченко для программы «Городские вести».